Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Сегодня зашла в новый проект, который стартанет в 16:00 по Москве. Сейчас у меня время 15:55. 5 минут до старта. Значит, проект бонусник от известного админа, так что будет работать, будет платить. За регистрированных пользователей уже 1216 человек, очень много, я считаю, потому что старт еще только в 16:00. Так, и инвестировано тоже очень много, я смотрю, 15177 рублей, ужас. И уже пошли выплаты. Опаньки. Ясно, я когда зарегистрировалась, уже еще было только по нулям, не было выплат. Значит, ну да ладно, немного преимуществ. Подарок рубль, минимальная сумма ввода рубль, вывода тоже рубль, автовыплаты на ПР, партнерская программа 10%. Вот здесь есть вкладочка. Ой, тогда чат, как бы, да, можно задавать вопросы, сообщения и отправлять. Если возникнут какие-либо вопросы, значит, о нас. Я все зачитывать не буду, только посмотрим, сколько он нам будет процентов платить. Значит, сами, если что, прочтете, значит, как зарабатывать. Основной способ заработка в нашем проекте – это инвестиции. Вы инвестируете любую сумму и получаете доход в размере 15% от нее каждый день. Это 450% в месяц. Так, ну что, регистрация простая, логин, имейл, пароль, и попадаем в кабинет. Так вот наш кабинет выглядит, это наша статистика, сразу денежный бонус у нас уже в работе, работает. Вот у меня уже капает копеечка. Вот здесь расчет дохода, если кому надо, сами. А здесь вкладочка «Инвестировать». Нажимаем и инвестируем. Способы оплаты, вон только Payeer. Так, значит, после того, как пополните кабинет, никуда нажимать не надо. Сумма сразу автоматом уже в работе. Но пополнить баланс это все одно и то же. Так, вывод. Что касается вывода. Так, выплату могут заказывать пользователи, которые пополнили баланс минимум на 20 рублей. Вот. Такая вот получается петрушка. Но это все равно. Я по-любому буду инвестировать, как бы сюда, значит. Партнерская программа. Здесь у нас находится партнерская ссылочка. Кому интересно, свою я оставлю под видео. Баннеры. Значит, что еще? Так, мои рефералы еще нет никого, так как я только что зарегалась. Так, статистика проекта. Настройки. В настройках прописываем Payeer кошелек. Ну, там изменить пароль и все такое. Логин и почта. Ничего больше такого нет. Значит, что, раз пошли уже выплаты, я хотела подождать до 16:00, но тут уже осталось 3 минуты. Я пополню баланс. Нажимаю пополнить. Так, и я пополню на 30 рублей, пусть будет. Пусть капает. Ну, бонус бонусом, конечно, но это ж долго ждать. 1 рубль. Тем более вывести все равно не дадут. Так, значит, нажимаю продолжить. Так, подтвердить. Подтверждаю. Так, на платежную систему перебрасывает. Так, выбираю рубли. Подтверждаю. Перебрасывает на платежную систему, как бы, да?
Так, я пополнила аккаунт. Так, вернуться в аккаунт я нажимаю. Сумма моя сразу в работе. Так, вот ваши инвестиции я закинула 30 рублей. Вот. Бонусные инвестиции 31 рубль. Но мои 30 и плюс еще их рубль. Так, ну что у меня там? Посмотрим. Как капает денежка. Быстрее начала. Да, заметно быстрее. Ну что, на этом буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся. На этом все. Всем удачи. До новых встреч.